Городу чистая вода. Резервуары питьевой воды 1-2 раза в год нуждаются в помывке. Эти работы проводят специалисты Щелковского водоканала. Сначала из резервуара полностью сливают воду, чтобы провести осмотр стенок сооружения и удостовериться в том, что они не требуют ремонта. Затем проводят помывку с помощью водонапорных струй и специальных очищающих щеток, имеющих щадящее покрытие. Специалисты Щелковского водоканала предоставили нашей съемочной группе возможность увидеть и заснять, как выглядит один из резервуаров перед его помывкой. Эта огромная полая конструкция, находящаяся под землей, может одновременно вместить несколько человек. В данный момент мы мыли резервуар с запасом 1000 метров кубических. Есть еще два таких же резервуара, вернее, не таких же, один еще 1000 метров кубических и второй резервуар 2000 метров кубических. То есть мы можем, нам позволяет эти запасы взаимоисключать один резервуар из работы, чтобы его помыть, и люди не ощутили перебоев с водой, и впоследствии следующие. Александр Хахалев рассказал, что после помывки заполненные водой резервуары обследуются лабораторией на соответствие установленным нормам. Три находящиеся рядом резервуара в случае необходимости обеспечивают чистой питьевой водой практически половину жителей города Щелково. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.